Сашки и Наташки. Теперь мы первоклашки и смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины, Саши, Вадики. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. Дорогие друзья, сейчас в этом зале собрались все, для кого важен этот день, День знаний. Сегодня по телевидению рассказывали, когда впервые стал День знаний у нас праздником, единым днем начала занятий. И мы единственная страна, которая отмечает начало учебного года праздником. И учителя, наверное, единственные люди, которые, у которых два новых года. Новый учебный и новый год календарный. Уважаемые коллеги, поздравляем. Уважаемый преподавательский состав, многопочтенные, уважаемые родители и родители родителей, более я так говорю, о наших бабушках и дедушках. Сегодня очень действительно знаменательный день для всей нашей великой Родины России. 14 миллионов молодых, прекрасных, замечательных наших детей приходят в школу, садятся за парты, чтобы продолжить учебу, получить знания. Сережки и Наташки, теперь мы первоклашки и смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины, Саши, Вадики. Они еще не слышали школьного звонка. Они еще не слышали школьного звонка. Скрипят над тетрадкой по чисто писанью. Только пишем мы так, все наперед.